Ангелы-хранители. После нападения на дом раввина в пригороде Нью-Йорка добровольцы начали патрулировать еврейские районы. После ряда нападений на евреев в США частная невооруженная группа ангелы-хранителей, которая занимается предупреждением преступности, начала патрулировать еврейские районы Нью-Йорка. Добровольцы уже осмотрели Боро-парк и Уильямсбург. Напомню, что в субботу мужчина с мачете напал на верующих в доме раввина в пригороде Нью-Йорка Монси. Не менее 5 человек получили ранения и были госпитализированы. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.